Я жду отсюда самую высокую меру пресечения пожара, чтобы его закрыли, насколько это возможно. Самую высокую меру пресечения. Самую высокую. Сколько положено? 5, 6, 7 лет. И вообще я бы хотел, чтобы ему пожизненное дали или смертную казнь вели. Вот. А как-то родственники выходили на этот, извинялись за... На 57-е сутки они мне только позвонили. Один единственный раз и принесли свои соболезнования. Не приезжали, не приходили. Единственный раз. Один был звонок от его сестры. А вот сейчас на суде вы впервые, как я понимаю, впервые, слышали? Да, мы встретились. Я их первый раз в жизни увидела. А приняли вы извинения Плотникова? Нет. И не хочу даже их принимать.